В Якутске стартовала 10-я республиканская научно-практическая конференция «Шаг в будущую профессию». В этом году ее посвятили 95-летию Сафрона Данилова и столетию Семена Данилова. Церемония открытия прошла в культурном центре СВФУ. На площадках конференции запланирована работа 14 секций, олимпиада по истории Якутии и выставка научно-технического творчества молодежи. Как отмечают организаторы конференции, работа участников с каждым годом становится лучше. Всего сюда приехали на финальную часть представители 40 учреждений профессионального образования, примерно 350 работ, которые сформированы экспертами в 14 секций. Ну и традиционно данная конференция уже является отбором к участию в мероприятиях федерального масштаба, всероссийского масштаба. Около 30 работ ежегодно отбираются и направляются на всероссийские конференции. И каждый второй участник привозит большие дипломы. Но мы надеемся, что этот год не будет исключением.